Про платную дорогу. Вот мы проезжаем седьмую милю. Это пробка в воскресенье на въезд в Москву. То есть еще не все знают, во-первых, что есть платная дорога, не все пользуются транспондерами, платными дорогами. Ну вот посмотрите, какое удовольствие. Вы видите? Вон она. Это не просто пробка, это мега-пробка. Это мы уже Петрово-Дальний поворот сейчас будем проезжать. Ну, посмотрите, кто против платных дорог. 31 километр. 31 километр, да. И причем, насколько я понимаю, сейчас долго снимаю, я хочу показать, когда она закончится, может быть, потому что теоретически она бывает до бетонки, чтобы вы понимали. 30 километров с чем-то, 32 или сколько. Вот. Люди с дач сейчас едут в Москву, завтра на работу. Сколько они будут стоять в пробке, неизвестно. Поэтому все сторонники, чтобы платных дорог не было, все на халяву. Вот, смотрите, бесплатная дорога. Вы про население Москвы забываете, и сколько живет на дачах. Тем более погода была великолепная. То есть, а мы все едем. Просто вот смотрите. Вот такое, по-другому назвать, сумасшествие. Сейчас мы с горочки будем съезжать. Вы увидите, какая там пробочка будет, хорошо видно. Но сейчас поворот налево. Вот так фары светятся сейчас, не пробивают. Вот сейчас будет видно, смотрите. А это у нас Истра, река или какая? Над Истрой, да, вот Истра написано, Истра. Река Истра. О! Вот это то, что называется въезд в Москву в воскресенье. Почувствовали кайф? Москвичи это понимают, которые имеют дачи. То есть мы проехали реку Истру. Тут я не удивлюсь, что это будет... Сейчас я выключусь, посмотрю, в бетонке сниму, если что. Ну а сейчас продолжение воскресного шоу. Вот мы сейчас проезжаем место, где раньше стояла пирамида. То есть все знают, пока ее не снесло там ураганом. О, смотрите, это в районе пирамиды. Сейчас будет Княжье озеро. То есть вот это все продолжается. Это, как мне сейчас жена сказала правильно, ехать на выходные, чтобы потом стоять в пробке несколько часов, за это время может до Питера доехать. А если посмотрите вдаль, вот, сейчас я вот увеличу, вот, это идет, уже скоро бетонка. Это Княжье озеро, мы подъезжаем. Такого очень давно не было. Ну да, я сам давно такого не видел. Даже после нацких не так. Ну, следующая будет бетонка, ждем. А вот еще одна горочка, смотрите, там впереди уже у нас бетонка. То есть ситуация никак не поменялась. Вот примерно вот такой сегодня кренди-бобль. У меня даже комментариев нет. Я просто вам показываю, смотрите. Причем, сейчас мы тоже это обсуждали, Новая Рига абсолютно хорошая дорога, 3-4 полосы в обе стороны. То есть она просто прекрасная. Народ забывает, что количество людей, живущих за городом, с каждым годом увеличивается в экспоненциальной прогрессии уже. То есть реально живет очень много людей за городом. Показываю, пробка рассосалась. Ну как, они еще не видят, что впереди пробка, только на навигаторе. Вот буквально прямо около бетонки, вот там жена подсказывает, 2 километра до бетонки. Вот мы сейчас как раз уже подъезжаем к повороту. Здесь идет нормально, не плотненько даже. Но вот за 2 километра до бетонки начинается пробка в сторону Москвы.